какой этот потерпевший? Куда он пошел? Кто он такой, этот потерпевший? Куда он пошел? Кто он такой, этот потерпевший? Куда он пошел? Куда он пошел? Я в туалет хожу. Сюда нельзя. Да что? Он мне сказал. Подожди. Да что? Тут я тебе мешал. Значит, вы утверждаете, что подсудимый побои не наносил? Да. Ларико мне спросил. Кто он такой, этот потерпевший? Куда он пошел? Совсем лисья резина. Эти жигули, чем думают, я не знаю. Под ногами крутятся, падла буду. Отвечай. Мой знакомый друг вошел в ресторан, а вот и он. Да, здравствуй, Валик-чан. Он вошел, постучил в дверь и сказал: кто зверь? Значит, вы утверждаете, что подсудимый побои не наносил? Да, Валик-у мне спросил. Кто он такой, этот потерпевший? Куда он пошел? Хотите? Нет. Головы в унитаз. Хотите? Нет. Толстый. Подруга. Хотите? Нет. Слушай, что ты хочешь? Извините, я в туалет. Кто он такой, этот потерпевший? Куда он пошел? Куда он пошел? Кто он такой, этот потерпевший? Куда он пошел? Куда он пошел? У тебя деньги мало, у меня тоже мало. Ларису Ивановну хочу. Валик-чан, пошли домой. У тебя деньги мало, у меня тоже мало. Ларису Ивановну хочу. Что у тебя с рукой? Не надо меня щадить. Пусть самое страшное, но правда. Руссо Пуристо, облика морали. Оружие при вас? Вы меня напугали. Я тебя вообще не пью. Бывает и похуже. Бывает. Тогда, может, нужно? Не нужно. Крем прибыл. Товарищи, внимание! Сейчас у вас спецзадание. Еще поставить от шампанского? Да. Врачи рекомендуют. Ты куда? Там туда. Леша! Да! Сеня! Все, забери. Скользнулся в упал. Закрытый перелом. Потерял сознание. Очнулся гипс. Скользнулся в упал. Закрытый перелом. Потерял сознание. Очнулся гипс. Ясно? Женщина. Девять. Пиво. Вино. Оно все равно. Вы кто такой? Руссо. Да-да. Вот он верный муж. Идиот! Лучше бы Леша вместо тебя. Занято. На его месте должен быть я. Леша! Да! Сеня! Все, забери. Скользнулся в упал. Закрытый перелом. Потерял сознание. Очнулся гипс. Скользнулся в упал. Закрытый перелом. Потерял сознание. Очнулся гипс. Мальчик. Но я вас не знаю. Хорошего вам клёва. Поднимают. Анна Сергеевна. Отшпилилась. Все. Я люблю. Дичь! Это твое? Господин Ивашу! Что-то случилось. Ксения вошел. Она закатилась. Уходит, что я умер. Отель Атлантик. Хороший мальчик. Ксения? Да! Ксения! Все, забери. Скользнулся в упал. Закрытый перелом. Потерял сознание. Очнулся гипс. Скользнулся в упал. Закрытый перелом. Потерял сознание. Очнулся гипс. Вот. Легкие дышат, сердце стучит, сердце стучит, сердце стучит. А голова? Голова предмет темный, исследованию не подлежит. Мудро. Видите эту вилку? Ну? Хотите, я ее съем? Ну, если говорить откровенно, зачем? Фу! Зачем? Ну, я же, конечно... Фарфор можете употребить. Зачем? Чтобы ваш авторитет не урожал. Я бы мог
вас испепелить, долбом обоглоблю. Отбить! Легкие душу, сердце стучи. А голова? Голова предмет темный и исследованию не подлежит. Мудро. Замечательно. Не надо. Зачем? Это от души. Я вам про что толкую? Жуткий город, девушки нет. А весь плезир. Наступает критический момент. Садом с Гаморой. У Федосеева. Откушать изволите, ну, кровь с молоком. Не прогадаете. Я тебе не вилку сглотнуть. Я бы мог вас испепелить, долбом обоглоблю. Отбить! Легкие душу, сердце стучи. А голова? Голова предмет темный и исследованию не подлежит. Мудро. Легкие душу, сердце стучи. А голова? Голова предмет темный и исследованию не подлежит. Человек готовится достойно встретить Новый год. И вот, особенно недостойным выглядит поступок одного из наших сотрудников, который позорит наш рейтинг. Ты слышал? Я 10 тысяч выиграл. Даже не знаю, что купить. Садись, на эти деньги по литру в день ты будешь пить. По литру? По литру. 5 лет. Грандиозно. Вы можете о чем-нибудь другом подумать? Нет. А если еще знать посуду, то... Зато потом будет что вспомнить. Будет что вспомнить. Не мочи. Будет что вспомнить. Кто за? Хотел купить. Подожди, Влад. На эти деньги по литру в день ты будешь пить. Раз такое положение, сегодня из кино хотел купить. А мне такое предложение. По литру в день ты будешь пить. Только, наверное, надо вина купить. Зато потом будет что вспомнить. Будем ездить за город, ловить рыбу, пить вино. Будет что вспомнить. Не мочи. Будет что вспомнить. Best. Куда я собрался идти? Ах, да. Шабар, открывай!
Медведь пришел. Тамар, открывай! Медведь пришел. Тамар, открывай! Медведь пришел. Тамар, открывай! Медведь пришел. И не совсем так орать. К депутату от КПРФ Валерию Рашкину вернулась память. Меня пригласили друзья. Поехал по лесу я. Со снегом дождь моросил. Я увидел силуэт, хотя и не пил. Я расчехлил карабин и смотрелся в прицел. Посреди кочек и высокой сухой травы я увидел силуэт на стрел. Два выстрела я провел, и силуэт упал. 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 Пал, 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 пал. Вот так все и было на самом деле, дорогие друзья. С 1 февраля выросли размеры пособий федеральным льготникам. Ежемесячная денежная выплата проиндексирована на 3%. На 3%. На 3%. Вы это читали? 1500. На 3%. Из них 900 на медикаменты, 137 на санатории, а оставшиеся на проезд. Так, еще раз. 1500 на 3%. Из них 900 на медикаменты, 137 на санатории, а оставшиеся на проезд. Я честно очень старалась. Какие у тебя есть реальные таланты, кроме того, что ты наебаешь людей? Пёс, 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 пёс. Пёсов в Сочине выгрызают зубами сно. 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 Это произошло со мной. Член от 14 до 25. Мне приходит в голову. И я сказала член, подожди, а вкусов не спорят, окей. Алишер писал в рот чужих детей. Ты же понимаешь, к чему это приведет? Я сосу член. И все. Я сосу член, выгрызаю зубами сно. 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 Член 40. Я бы не смогла, я бы, наверное, нахуй всех послала. Будет еще, будет. Я сразу же об этом говорю. Я сосу член и отлично себя чувствую. Я сосу член, выгрызаю зубами сно. 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 Точно я хорошая? Ну да. Рвать жопы на хайпе? Никогда. Я сосу член, выгрызаю зубами сно. 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 Больше вопросов нет.